Так, в общем, ребят, я поставила холодец варить. Я всегда лук кидаю, лаврушку кидаю сразу. Это все у меня варится. Потом попозже кину эти пупочки. Ой, не пупочки, а сердечки у меня. И все, на медленный огонь поставила, и все варится у меня. Так что часа 2-3 будет вариться. Может, больше. Так, здесь я уже сердечки промыла. Все, они у меня чистенькие. Мясо у меня уже почти 2 часа варится. Я, короче, сердечки отправляю, пускай теперь они варятся подольше. Я в тот раз сразу кинула сердечки. Ну, тоже нормально было. Отварились вообще хорошо. Но эти, кстати, сердечки мне больше нравятся, чем те были. Те вообще мне не нравились. Ну, хотя вкусненькие были. И все, и пускай. Сейчас крышечка закрою и медленно кипит. А потом я этот бульон, лучок, вот это вот все процеживаю, все убираю. И кладу другой лук. И чесночок. Ну, потом покажу, как я делаю. Не будет у меня холодец сегодня. Все, кипи, 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 кипи. Сейчас так посильнее сделаю. Ну, у меня прям на медленном-медленном огне наварится. Короче, будет еще часа 2 вариться, наверное. В общем, ребят, хотела выглянула в окно. Хотела показать, как тут намело у нас снегу. И он такой, знаете, липкий. Мне кажется, можно... Сыночка, мне кажется, можно сегодня снеговика слепить на улице, я думаю. Потому что он такой липкий, я выходила. И, ребят, представьте, увидела тут цветок. У меня цветочки всегда сына поливает. Я внимания не обращаю. Смотрите, вот он, цветочек. Смотрите, как он цветет красиво. Сын, а ты видел, что он так цветет красиво? Нет. Ай да, глянь. Вообще красота. Такие цветочки, я правда не знаю. Ребят, если вы знаете, как цветочек называется такой, я не знаю название его реально. Я его давно-давно, года 2 назад, наверное, подружки в гостях была, и веточку маленькую, вот такую вот, просто вот такую веточку отломила и домой забрала. И вот посадила, вот у меня вот такой он вырос, представьте. Вчера я видел, какой он красивый. Вот он стоит, красавчик вообще. А эта сестреночка мне давала алоэ, я его посадила. И вот это я тоже не знаю, как называется, тоже сестренка давала цветок. Я вообще цветы не... Нет, у дочка как аллергия была в детстве, и цветы я больше никогда не разводила. А тут что-то вот посадила, но дочка к ним не подходит, как бы. Сыночка всегда поливает. Ну, вообще, я прям увидела, не могу. Такая красота, как он цветет. Красиво. Нет, я раньше видела, что он цветет, в том году он цвел. Такой прям красивый, красивый, смотрите, ребят. Только видите, мутит чуть-чуть. Такие цветочки красивые. Вот как называется? Надо в интернете посмотреть. Ну, на улице ветер не хорош. Прям ветер, ветер, ветер. Дует, дует, дует. Нехороший ветерок. И тепло там. Ну, я думаю, снеговика мы полепим. Попозже, да, сынок, увидим? Попробуем. В общем, ребят, пока у меня там варится холодец, я, короче, себе делаю эти панчи. Они так поджигают, но они такие скользкие. Я, ребят, еле их зацепила, они съезжают у меня постоянно. Ну что? Так пожигает, такое покалывание идет. Представьте, вообще тепло. Я вообще обалдела, когда их сделала. Ну, волос у меня, видите, какой закручен. Вчера я с мокрой головой легла спать. Кучеряшки мои такие. И, короче, я опять смотрю фильм «Радуга в небе». Ну, чуть-чуть уже сплакнула, потому что у меня ком в горле стоит, и я не могу держать. Я чуть-чуть поплакаю. Так что попозже выйдем на улицу со сыночкой. Посмотрим там. Кстати, турецкий фильм начинаться будет сегодня в 6 часов. Там интересно такой. Что-то моя мама там. Если я его начну смотреть, это вообще там много очень серий. Только по выходным, наверное, не буду смотреть. Короче, не знаю, подумаю сейчас еще. Я его рекламу давно видела, все хотела посмотреть. Не знаю, как вечером будет состояние. Может, я холодцу буду заниматься, да? Не знаю, что нужно сегодня еще приготовить, покушать.
У меня картошечка там еще есть. Сейчас пойду разогрею то, что мы кушать хотим все. Пойду разогрею картофанчик. Ну, покушаем. Ну, это вообще прям мне нравится. В общем, я захотела кушать. Пошла, там у меня картошечки еще целая куча жареная. И вот чуть-чуть борща еще осталось. Я его поставила, сейчас кипячу. Вот у меня закипит он. Я поем борща. Сметанка у меня есть. Вкусняшечку сейчас пойду кушать. А мои пускай картошку едят. Холодец у меня все кипит и кипит. Кипит и кипит потихоньку. Пускай кипит. В общем, пошла я крем искать для лица. У меня закончился крем для лица. А у меня, оказывается, еще даже новый. Представьте, ребят. Вообще. Я хотела только заказывать. У меня новая баночка. Обалдеть. Так что крем заказывать мне не надо. Мне, кстати, он очень нравится. Вот. Ух ты, он какой-то с гранулами. Обалдеть. Я, кстати, вы даже видите, только вскрыла. Смотрите там. О, это он будет значить кожу. Надо сейчас почитать. Что это? Я, кстати, всегда такими кремами пользуюсь. Я думала, надо заказать. Нет, у меня есть. Нормально. Там у меня еще и духов упакованные стоят. Много чего Сайван стоит. Степка в панике. Папа пошел на улицу. Это. Ничего себе, слез, что ли? Так, ого, я даже не почувствовала. А что ты у меня так слазишь? Они собрались, короче, в магазин идти. Держитесь, не падайте. Вообще такое ощущение офигенное. Это панч, сыночка. А что это такое? Он подошел, заглядывает прям в лицо мне. А что это такое? Сладкий мой. Это панчи под глазами. Красиво, что было. О, папа снег уже чистит. Ой, цветочек мой красивый. Там снегу отмел веником. Потому что если пройдешь, он впитается мягкий. Че, он липнет, Петь? Липнет? Нет, не липнет. А, снег не липнет. Ну, сыночка, папа сказал, что не липнет. Так что сейчас он почистит, и они пойдут в магазин. Не знаю, что будут покупать, но я им заказала, что я хочу мороженое. Пускай мне купят мороженого. Сыночка, какое-нибудь на развес такое весовое мороженое. Хорошо? Весовое какое-нибудь мороженое. А я пошла больше хомячить. Короче, пока у меня там реклама началась, я прибежала себе супчик, наложила перчику. И вот сметану такую взяла. Кстати, я попробовала сейчас. 15%. Мне сестренка, кстати, сразу сказала, что тебе, наверное, она не понравится. Ну, попробовала, вроде бы на вкус ничего такая. Может, вареников налепить, не знаю. Сейчас, короче, я больше поем. А, и вот я хотела показать крема свои. Вот этот у меня уже закончился. И вот этот уже, да, закончились. Они у меня как раз стояли, два штучки. И вот я новую открыла. Так что... Антивозрастной. Нифига себе. И все, баночку, коробочку надо выкидывать. О, кстати, надо посмотреть в интернете, а панчи-то где хранить? Их так просто хранять или в холодильнике? Ребята, кто знает, напишите. Я сейчас, кстати, почитаю. В холодильнике нужно хранить или нет. Ну вот я не знаю. Ой, вот это я сейчас покушаю. У меня уже слюнки побежали. Думаю, салка резать, не резать. Или так, борща поем. Обалдеть. Как вкусненько. Ребят, приятного аппетита мне и вам. А я с таким аппетитом покушаю. Наверное, побегу и салкой еще порежу. И салом поем. В общем, ребят, пока у меня холодец варился, мы порешали, что хотим еще мясо, чтобы там было. Потому что, считай, что тут варится, один жир будет. Я пошла, короче, достала кусок мяса, еще закинула, чтобы мясо прям холодце было. Пускай все варится дальше. Короче, я тут потихоньку добавляю все в него. Здесь я вот сало все-таки побежала, нарезала я сало. Лук хочу. Хлебушек
Я, пожалуй, борщ ем. Только я ем, знаете, за телевизором. Смотрю телевизор и там кушаю. Так что, ребят, приятного аппетита. Я, короче, валяюсь целый день. Наелась я довольно. Чё-то моих долго нету. Ушли в магазин и нету. Уже час прошел. Больше нашего часа. Нету, где-то по магазинам гуляю. Сейчас 100% Степка выпросит машинку. И он придет и будет машинку вот от меня прятать. Типа он не выпросил. Так он собирался, так бежал. Я пока валяюсь. Холодец у меня готовится. Как все сварится. Опачки, дверь открылась. Они пришли и побежала смотреть, что купили. Так, тут пакеты картошки, полный пакет. И тут еще всякая вишняшка. О, гранаты! Да ну! Молодцы, короче, сейчас Степка давай распакуем, что у нас тут есть. Тут лежит. Пантерку Степка качает на руках. Пантер! Довольная такая. Так, сейчас я покажу, что купили. Чипсы Степка себе взял, конечно. Хлебушек. Вот такое мороженое. Кстати, я его ни разу не пробовала. Пломбир на сливках. И сидит довольная пантерка. Так, колбасочку копченую взяли. Так, где-то, сыночки вареную вязанку. Как обычно, сырок. Гранаты. Карачинская минералка. А это что-то за газировка такая странная. Йогурты такие выбрали. А что такое, шариками один взял? Что пантерка прибежала? И шпроты вот такие в масле. И картошечка там еще. В общем, тысяча ушла. Ну все. Так, холодец сварился у меня. Сейчас я все протяжу. Кастрюльку вот рядом приготовила. И здесь у меня вот все как отварилось. Все слазит. Мяско вон все отварилось. Сейчас сердечки еще достану. Сейчас она остынет. Я отделю все. Буду делать холодец. Так, здесь я лучок нарезала. На одну головку я уже закинула туда луку. Еще одну решила порезать. Чесночок. Сейчас чесночок через чеснокодавилку выдавлю. И сюда закинула. Вот бульон я процедила. Кинула перчик. Лучок сейчас еще остальное кину. И это все заварю. Чтобы оно у нее все закипело. Попробую на вкус. И все. И пускай потом она чуть остынет. Я мяско все нарежу. Перемешаю и контейнер раскладу. Все, ребят, я все порезала. Холодец мой готов. На вкус попробовала. Сейчас я его разлью по контейнеру, но у меня их мало. Вот чеплашки, короче, я сейчас вот эти разолью и остатки в лист налью и накрою пищевой пленкой. Так что так порешала. Вот мне некуда его сложить. Холодца у меня много. Кастрюля прям большая получилась в этот раз. Ну, очень вкусно. Все, сейчас я его раскладу. Аккуратненько. Ой, вкусно какой он будет. Все, я разлила. Вот в разнос, в лист. Вернее, вот эти контейнеры все полные. Сейчас они чуть-чуть остынут у меня тут. Потом я только уберу в холодильник. Только осталось мне помыть теперь все грязные кастрюли, жирные. Все, пойду помою. И у меня все готово. Не забываем ставить пальчик вверху и подписываться на канал. Ребят, я все помыла, убрала. И вот себе разрезала гранат. Смотрите, какой он красный. Вообще обалдеть. У меня муж сейчас ел один. Очень вкусный был. В общем, я себе тоже разрезала. Пойду кушать. Приятного аппетита, ребят. Гранат. Вообще обалденный прям огонь.